В Донецком ботаническом саду открылась выставка «Георгин». В экспозиции представлено более 100 видов распустившихся цветов. Высота растения от 3 сантиметров до 2 метров, сказала заведующая лабораторией цветоводства. Здесь высажены сорта из Голландии и других стран Европы. Есть даже растения-гиганты диаметром цветка 40 сантиметров. Георгины будут цвести до первых холодов. Садовые группы представлены такие, как декоративные, воротничковые георгины, помпонные, как тусовидные. Период цветения их сентябрь-ноябрь, как раз это культура осеннего цветения.